Это соглашение – еще один шаг к развитию системы комплексной безопасности региона, а конкретно в работе с молодежью. Опорный вуз договорился с властями о совместной работе по противодействию идеологии терроризма и профилактике экстремизма. Главная цель – повысить эффективность деятельности органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций области в данной сфере. В рамках подписанного соглашения университет совместно с правительством будут проводить профилактические и просветительские мероприятия, а также организовывать дискуссионные площадки. Мы сегодня совместными усилиями выполняем решение президента, решение Совета безопасности о противодействии идеологии терроризма. Со стороны Министерства региональной безопасности непосредственное взаимодействие будет осуществлять учебно-методический центр. Повышение квалификации в муниципальных образованиях, повышение и общение с нашими студентами в рамках противодействия идеологии терроризма и экстремизма, это будет красной линией проходить везде, то есть патриотическое воспитание молодежи в целом, ну и так далее и тому подобное.